Rexan 120225. Электрический паяльник с клиновидным жалом для любых видов пайки. Инструмент поставляется в прозрачном блистере с картонной подложкой и комплектуется припоем. К работе паяльник готов сразу после распаковки и не требует покупки дополнительных аксессуаров, что упрощает эксплуатацию. Паяльник Rexan получил классическую конструкцию с деревянной ручки и медного жала с плоским шлицем, которые при необходимости можно заменить на наконечник другого типа. Все токопроводящие элементы паяльника покрыты двойной изоляцией, что исключает возможность утечки электрического тока и риск получения удара. Ручка из дерева долговечна, не нагревается при работе и уверенно держится в руке. Максимальное время нагрева жала до рабочей температуры составляет около 5 минут. При этом максимальная температура нагрева может достигать 300 градусов Цельсия. Для нагрева паяльника с торца устройства выведен несъемный шнур питания для подключения к бытовой электросети на 220 вольт. Электрический паяльник Rexan 12 с индексом 0225 – это простое и удобное нагревательное устройство для проведения паяльных работ в бытовых условиях. В частности, инструмент может использоваться для пайки печатных плат, монтажа электронных устройств и прочих задач, требующих работы соединениями посредством легкоплавких металлов.